Тюменский филармонический оркестр готовится к концерту с приглашенным дирижером. В пятницу коллектив выступит под управлением маэстро из Омска Дмитрием Васильевым. На этом концерте впервые прозвучит симфония Тононова. Это современный композитор, который сочетает в академической музыке разные жанры, например, рок и техно. Замечательный коллектив, молодой, задорный и очень профессиональный. Ребята настоящие виртуозы. Я поразился тому, как они на первой репетиции сыграли симфонию Калинникова. Очень сложный текст, и не только Калинникова. На концерте также прозвучит первая симфония Калинникова и сюита из балета «Барышни и хулиганы» Шостаковича. Выступление состоится в пятницу в Тюменской филармонии.